В этом ролике мы подробно рассмотрим, как заказать книгу на сайте Фундаментальной библиотеки Университета Лобачевского. Чтобы выбрать печатное издание, нужно определить тип поиска. Выбираем «Расширенный» и заполняем поля. В первом указываем автора, во втором – заглавие, а в третьем указываем «Нет значения». Так мы отсекаем электронные источники, которые вы можете видеть в каталоге, и нажимаем «Найти». Выдано 34 источника. Если это много и долго просматривать, то возвращаемся на предыдущую страницу и уточняем временные рамки. Выходит уже 12 источников. Начинаем просмотр. Книги можно отмечать, чтобы вернуться к ним позже. Когда вы выберете нужное издание, разверните таблицу, нажав кнопку «Отобрать для заказа». В таблице можно выбрать адрес пункта выдачи, ознакомиться с количеством доступных экземпляров. В конце выполняем операцию «Отобрать». Изменить список или убрать конкретное издание можно в разделе «Отобранные книги». Чтобы изъять что-то из списка, нажмите кнопку «Удалить». Для остальных книг, включенных в перечень, подтверждаем заказ. Книги заказаны. Чтобы их увидеть, идем в раздел личного кабинета «Заказанные книги». Их нужно забрать в библиотеке в течение 5 дней. Все пункты книговыдачи с их адресами указаны на этой же странице слева.